Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Инвестор вложится в расширение улицы возле строящегося ТЦ «Макси». Градостроительный совет Кирова утвердил архитектурное решение нового гипермаркета на перекрестке Рудниковой и Московской. Вологодская компания предлагает провести реконструкцию дорожной сети на этом участке. Что именно предполагается изменить, не сообщается. Эксперты издания «Навигатор» считают, что может быть предпринята попытка создания на перекрестке кругового движения, либо построена разгонная полоса, которая облегчит подъезд к торговому центру. Также в компании обещают провести реконструкцию светофоров с установкой дополнительных. Новый магазин хотят открыть в конце этого года. Сейчас завершено устройство фундаментов, смонтированы вертикальные несущие колонны, ведется устройство сетей инженерно-технического обеспечения. В ближайшее время планируется приступить к монтажу металлоконструкций. Программа «Экономика». Все больше кировчан декларируют свои доходы. На 1 января 95 тысяч физлиц представили декларации по налогу на доходы физических лиц за 2016 год. Рост к позапрошлому году 3,5%. Налоговые объясняют это желанием кировчан получить вычеты. Заявление на социальные написали 21,5 тысяча физлиц, на 6,5% больше, чем в прошлом году. Имущественный вычет хотят получить 59 тысяч человек. Это на 12% больше, чем по итогам 2015 года. Общая сумма НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета, 1,650 млрд рублей, рост на 145 миллионов или на 10%. Экономика на 101 FM. Районы области получат дополнительно 78 миллионов. Деньги поступят в 36 муниципалитетов. Они предоставляются районам пропорционально собранным налогом на доходы физических лиц, а также поступлением по упрощенной и патентной системам налогообложения. Наибольшие суммы от 3,5 до 19 миллионов получат Омутнинский, Малмышский, Юрьянский, Кирово-Чепецкий и Фалюнский районы. Они показали хорошие результаты работы по итогам прошлого года. Соглашения о перечислении дотаций будут подписаны в течение месяца. Районы смогут потратить деньги на решение неотложных вопросов. В то же время в рамках договоров они должны будут реализовать ряд мероприятий по социально-экономическому развитию территории, например, увеличить объем инвестиций и снизить уровень безработицы. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 57 рублей 59 копеек. Курс евро 71,23. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.